Orada gideceğiz mi? Tabii. Мы сейчас туда пойдем, понимаете, какая красота. О, какой пляж, ашки, бураси, не гюзель пляж. Biz yazın götüreceğiz çocukları burada. Ha, olmaz mı? Olur. Hiç kimse yaşmıyor. Ben burada olsam evde getiririm. Ama sen olmazsan tabii ki. Посмотрите, какая красота. Мы сейчас пойдем туда. Мирапор. Такая, посмотрите. Женщина. Красавица. Кафешка бурда. Здесь кафе. Как оригинально они сделали. Какие-то игрушки повесили. Сейчас мы и направляемся на вот в ту сторону. В общем, столько интересного я вам покажу. Оставайтесь со мной. Я подумала, что это искусственно. Это такой кабак. Представляете, разновидность? Вот так растет на земле. Короче, здесь, знаете, все заброшено. Столько земля приносит плодов, и все заброшено. Назал без пашет алмады, коаладжак. Как вы не взяли пакет, а то бы забрали бы все. Ашкем, знаете, что сказал? Что это декоративный, представляете, кабак. Кушать нельзя, а делают из них разные фигурки. На противоположной стороне дороги. История, история! И там, кругом, посмотрите. Посмотрите, мои хорошие. Все, подойдем сейчас поближе и сниму. Мы пришли в бывший театр. Руманской империи. Разваленное все. Ну, естественно, сколько лет ему. Зайдем туда, посмотрю, что там. Ну что, поехали. Видите? Как сохранились. Мозаика да сохранилась. Представляете, тысячи лет назад люди так красиво украшали все. Я не знаю историю, это надо почитать, поэтому я так вам говорю, что вижу, мои хорошие. Вот это был театр. Люблю я такие вещи снимать. Надеюсь, вам понравится видео. Вы подпишитесь на мой канал, поставите лайки, поддержите меня своими комментариями. Что вам нравится, что не нравится, друзья мои хорошие. Посмотрите, какая мозаика. Тысячи лет ей. И как сохранилась. Hangisi gördün? Böyle bak, mozaika. Tiyatro, вот там написано. Tiyatro. Yer kanka. Как пахнет здесь историей. Я представила себя в ту эпоху здесь, в этом театре. И люди живут прямо рядом. Представляете, какая вот вообще Мерсин?
что было здесь раньше. Какой красивый он. И современный Мерсин, и история Мерсина очень богатая. А там дальше посмотрим, тоже что-то есть, туда тоже пройдем. Представляете, куда я залезла, там внутри что-то есть интересное, но я боюсь туда залезать. Это, наверное, закулисная комната была. Вот так вот сидели здесь, видите, вот. Вот такая вот панорама, мои хорошие. Идем дальше. А здесь что? Посмотрим сейчас. Агора. Не варва агора, вони агора. Агора? Агора, мои хани. Тари. О, зана Рома. Мейдан бу? Камо бинасы. А, мейдан дир. Тижари бир мейдан. Здесь площадь. Лентелерден оша. Ири гиришли, этраф, крыш, таши, бюйк, бюйк. Чирили, деваса. Вот так она выглядела раньше. Площадь была. Тижарит не яптелер. А, здесь продавали. Ну, я бендедимки, пазар, базарная площадь. Посмотрим, что здесь. Али говорит, это по-русски написано. Что здесь написано? По-гречески. Представляете, какое-то все. Старинная. А здесь, говорят, был бассейн. Посмотрите, бассейн. И как они мозаикой сделали рыбки. Вы представляете? Мозаика. Эвет. Это тоже могила. Я говорю, как так можно? Могила. И, блин, представляете, там мозаика. Я говорю, здесь площадь и могила. Хоронили да здесь. Представляете, какие ходы, выходы. Блин, вообще пипец. Красота, друзья мои. Такие рыбы они сделали, мозаика. Какие римляне были трудолюбивые. Здесь там, наверное, стояли колонны. Это какое все старое. Старинное, не старое, извиняюсь. Посмотрите, бассейн. Тут, наверное, вода фонтаном любила. Какая красота, мои хорошие. Надеюсь, вам понравится это. Вы захотите приехать в Мерсин и посмотреть, и увидеть это все своими глазами. Мы с мужем очень любим путешествовать по таким местам. Еще я вам покажу очень много. Вот вы можете посмотреть мое видео «Тарсус». Тарсус – это очень интересный город. Там зародилось христианство. И очень много интересного я показала в своем. Так что на этом мы находимся вот за Мерсином. И вообще вот Мерсин везде так вот все красиво. Мои хорошие, так жарко стало, что пришлось нам раздеться со Шкымом, чтобы не спотеть. Я настолько счастлива, что нахожусь в этом месте. Я как будто чувствую, как здесь раньше продавали. Тут лился фонтан, вода фонтаном. Как сказать, не знаю даже, господи. В общем, так все красиво, друзья мои. Я чувствую, здесь столько много людей. Они кто продает, кто покупает, кто кушать готовит. Надеюсь, вам очень интересно, как и мне. Баню я мачу. Баня? Баня. А, с далеких стран приезжали продавать, и здесь говорит баня, душ.
Çünkü bunların olduğu yer hep sudur. Вот такие вот. Он так думает, мой муж, что здесь была баня. Вот, говорит, тут сидели, говорит, четыре человека могли здесь купаться. Там была вода, и на себя поливали воду. Вот такая у нас версия была. Потому что, говорит, здесь кругом как плитка, и похоже больше всего на баню. Люди приезжали, торговали на этой площади, ну и посещали баню. Вот здесь тоже, посмотрите.